Возле специального стенда на переменах не бывает пусто. Также программные тезисы и информацию о кандидатах транслируют на специальном мониторе. В школе номер 6 на место президента школы претендуют трое, в их числе девятиклассница Александра Аксузьян. Мой девиз – школу с удовольствием. С самого первого класса мы слышим: школа – ваш второй дом. Так давайте сделаем все возможное, чтобы этот дом был уютным, чтобы нам было в нем интересно жить. Девушка считает, что во внутреннем дворе школы нужна зеленая зона, чтобы там можно было комфортно отдыхать между уроками. Сама она активно участвует в школьных мероприятиях уже 2 года. Мне стало интересно и стало любопытно, даже так скажу, и познавательно. Больше развиваться начала, больше получать новых знаний, личностное развитие. То есть я проявляю себя как личность. В отдельном кабинете тоже оборудование, что используется на выборах представителей власти всех уровней. Урны опломбируют, будет работать избирательная комиссия и наблюдатели от кандидатов. Голосовать могут учащиеся, начиная с 5 классов. Педагоги считают, что мероприятие полезно как для юных избирателей, так и для кандидатов. Это большой опыт, во-первых, ораторского искусства, умение говорить, свою речь ставить и лидерские способности развивает. Вести за собой ребят, представлять свою школу. То есть это ответственность, и они учатся уже этой ответственности. Победители голосования в школах войдут в городской ученический совет. Они изберут председателя, сформируют комитеты, где будут обсуждать участие в городских мероприятиях, придумывать различные проекты. Пополнение рядов, в первую очередь, волонтеров, что для нас очень важно, потому что у нас сейчас волонтерское движение, в принципе, очень сильно развивается. Это касается и того же чемпионата мира по футболу. Сколько у нас волонтеров в Анапе будет работать, вы просто себе не представляете. В этом году на места в ученическом совете претендуют более 100 школьников. В четверг будет объявлен день тишины, когда запрещена любая агитация, а сами выборы состоятся в пятницу.